Друзья, всем привет! И с вами снова я, Елена, и хочу с вами распаковать следующую посылочку, следующую коробочку от New Beauty Box. У нас с вами они зачастили, да. Кто не знает, я получила сразу подряд 4 коробочки, поэтому решила не затягивать. Чем-то я уже пользуюсь, чем-то еще не пользовалась и даже не вскрывала. Давайте с вами посмотрим, что внутри, наполнение и что-то, что я уже попробовала. Расскажу свои первые впечатления. Я все сложила обратно в коробочку, как это было, когда я ее только распаковала. Поэтому можно сказать, что все именно так, как будто в первый раз. Давайте откроем. И та-дам! Вот такое классное наполнение. Я просто была в шоке, когда получила. Напомню, кто не знает, стоимость коробочки 990 рублей. И данная коробочка называется Pharmacy, или как правильно, у меня с английским туго. В общем, это средства, которые можно найти только в аптеке, либо они именно лечебного свойства. И вот такое наполнение. Я вам скажу, наполнение шикарное, судя по ценам. И, собственно, стоимость коробочки очень сильно окупается в данном случае. Можете поставить на паузу и почитать, если интересно что-то. А мы с вами начинаем обзор. Было вот такой вот. Внутри, как всегда, брошюрки. Собственно, в этой коробочке попалась другая баночка, голубая. Помните, у меня в предыдущей коробочке была розовая. Вот, и не хватает только белой, которая, по-моему, тоже где-то попадалась. Так что у меня есть полный комплект. Опять такая вот брошюрка про тушь. Тушь я уже присматриваю, так что, возможно, что ее приобрету, попробую, нет ли у меня на нее аллергии. И вот такое вот наполнение. Оформление не такое романтичное, как бывает, я смотрела разные распаковки других блогеров, и оформление, как всегда, как правило, у всех такое романтическое, надо развязывать красивую ленточку. Там лежат какие-то красивые всякие бусинки и розовые бумажки. У меня этого нету. Давайте начнем с самого крупного. Вот такие два средства. Это у нас шампунь против перхоти и бальзам против перхоти. Странно, что здесь нарисована ножка с ручкой. Как бы я думала, что это крема. Но нет, это для волос, для женщин подходит и для мужчин. Давайте один я открою. Я еще ими не пользовалась, пока у меня как бы есть шампуни, кондиционеры, чем мне есть чем пользоваться. Вот так выглядит тюбик, довольно-таки большой. И как видите, здесь видно, что он запакованный. То есть здесь нужно оторвать вот этот хлястик, и он откроется. Очень интересно. Профессиональный подход к решению вопроса о вскрытии упаковок. В общем, буду пробовать, вам расскажу. В принципе, вопрос перхоти, он всегда актуален, даже если вы ею не страдаете, но для профилактики прекрасно подойдет. Вот такие два больших средства. Дальше. Вот такой вот маленький бутылечек. Это у нас сливки для тела с 5% мочевиной. А, кстати, не сказала по ценам. Вот эти флакончики. Значит, шампунь 715 рублей. И бальзам 476. Я так понимаю, что это полноразмерная версия. Дальше. Вот такой вот сливки с 5% мочевиной.
уход за кожей тела. Подходит для гиперсухой проблемной кожи, склонной к раздражениям и зуду. У меня гиперсухая кожа, поэтому это прям для меня средство. Это миниатюрка, полноразмерная версия, стоит 528 рублей. В принципе, я вам скажу, миниатюрка вполне себе такая увесистая. Здесь получается 12, что ли, 50 миллилитров, и она вполне себе, ну, достойная, можно попробовать и оценить. Она не запечатанная. Здесь крем. Ну, ничего страшного. Вот такой флакончик. Дальше вот это вот просто потрясающая вещь. Я думаю, что тоже многие ее, может быть, встречали уже у кого-то из блогеров. Это просто это находка. Так, это у нас Ивокс. А, нет, вот нашла. Думала, нету в списке. Это сахарный гель для умывания Маздар. Зайтун, по-моему, называется премиум. В продаже не встречала вообще такого рода фирму, не знаю, но вещь просто потрясная. Он, во-первых, видите, я вроде один раз им пользовалась, но вообще незаметно, что я его использовала, то есть как будто он еще не распечатанный. Здесь есть перевод, очень интересное описание, то есть какие-то символы, то, что не тестируется на животных, вот безопасно для растений. Все очень классно, и он прям супер работает, он круто работает, практически как скраб, такой легенький-легенький скрабик. Очень хорошо очищает во время умывания, там утром или вечером, смотря когда вы делаете эти водные процедуры. Освежает кожу лица, прям, ну, очень хороший эффект от него, но, естественно, это пока первое впечатление, еще буду с вами делиться потом, когда допользуюсь. И это, по-моему, миниатюрка, ну, я вам скажу, такая солидная миниатюрка. Здесь получается 100 миллилитров, полноразмерная версия стоит 350 рублей. Даже если бы вот эта версия была полноразмерной, это уже вполне себе достойно. Так, дальше у нас идет вот вторая такая интересная баночка. Тоже фирма та же, Named. Это у нас моющее средство для лица и тела Sensitive. Подходит для гиперсухой, чувствительной, проблемной кожи лица и тела, склонной к раздражениям и зуду. То есть, прям вот мой вариант. Тоже я еще не пользовалась, не пробовала. Потом вам все расскажу. Стоимость полноразмерной версии. Это миниатюрка, напомню, 50 миллилитров. Полноразмерная версия стоит 339 рублей. Не помню, вот это вот сказала. Полноразмерная версия стоит 528 рублей. Так, дальше. Дальше у нас вот такая вот сыворотка с гиалуроном. Ой, я прям от них балдею. Это просто вообще, это вещь. И просто чудо, что они попались все три в разных коробочках. Можно сказать, что прямо комплексный уход у меня попался разом в трех разных коробочках. Итак, сыворотка для лица увлажнение. Это полноразмерная версия, ее стоимость 910 рублей. Здесь 13 миллилитров. Собственно, тоже это флакон с пипеткой, и вы можете видеть, что она бирюзового цвета красивого, и она довольно жидкая. Еще не распаковывала, здесь есть перевод. В общем, я просто в шоке. И в таком потрясающем шоке. Так, это у нас мицеллярная вода от Кора.
Получается 50 миллилитров, полноразмерная версия, стоит 352 рубля. Еще не пробовала, но говорят, что хорошая. Хотя, как недавно я для себя открыла, ну, может быть, я странная, но я открыла это недавно. Любую мицеллярную воду надо смывать, даже если на ней написано, что она не требует смывания. А, собственно, на этой тоже где-то было написано, по-моему, что не требует смывания. Ну, где-то вот здесь вот в инструкции. Так, и последнее средство. Здесь, к сожалению, бонусов никаких не положили. Но я вам скажу, по ценам эта коробочка просто превосходит свою стоимость в несколько раз. А это у нас сыворотка для роста и укрепления ресниц. А стоимость сыворотки 1348 рублей. Это полноразмерная версия. Как видите, я ее еще не распаковывала. Она в пленке, запечатанная. У меня просто есть одна сыворотка. Я ей пользуюсь от Oriflame. И как только она закончится, буду пробовать эту. Так что пока не хочу даже распаковывать. Здесь есть перевод сзади. Вот такая замечательная сыворотка. Вот такая супер коробочка просто по содержанию, по ценам. Особенно, конечно, по содержанию. Просто потрясающая. И средства довольно высокого качества все. И я, как слышала, отзывы достойные и очень хорошие средства. Так что все будем изучать и пробовать. И потом я вам расскажу свои впечатления уже когда... порядком попользуюсь этими средствами, как минимум месяц, и расскажу уже свои впечатления. Так что подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и мы с вами скоро увидимся, уже очень-очень скоро. Всех целую, всем пока-пока!